воспитанникам Бендерского детского дома. Сегодня в гости пришли пираты. Вместе с Джеком Воробьем дети танцевали и учились пиратским кричалкам. Каждый ребенок получил подарок. Такой сюрприз устроила компания «Шериф». Прежде чем все эти подарки окажутся в руках у деток, их тщательно подбирают, выбирают и упаковывают. Олечка, расскажи, что мы сегодня везем, что будем дарить? Мы сегодня едем в Бендерский детский дом на праздник. Мы отобрали игрушки, которые пригодятся и для игры, и на улице, и в группах, и для взрослых деток. То, что эти подарки достанутся им, ребята пока не знают. Сейчас в центре зала капитан Джек Воробей собственной персоной. Так, проверим вас на пиратность. На пиратопригодность. Кажется, в пираты берут сегодня всех. Самые активные ребята помладше. Взрослые школьники, хоть и улыбаются, с мест встать не рискуют. Но и зря кричат малыши и учатся тянуть якоря. Раз, два, три, полутора! Может быть, в пиратских кричалках они и не разбираются, зато в трендах ТикТока короли. В Бендерском детдоме около полусотни ребят. Любимую песню поют все, самые смелые, на танцполе. Очень важно для деток делать праздничное настроение в преддверии Дня защиты детей. Мы приезжаем традиционно на 1 июня, на Новый год. Всегда это продуманные подарки, смотрим, чтобы они не повторялись. Всегда подбираем интересную им программу, чтобы она была яркая, веселая. Столько плясать и не уставать, ну талант. А еще же подарки принимать нужно. Для малышей наборы для песочницы, машинки, игрушки. Для взрослых школьников блокноты и наборы для душа. С компанией «Шериф» нас связывает многолетняя дружба. Они приходят к детям, они общаются с детьми, они привозят им всякие вкусности. Они всегда нас спрашивают, а в чем мы нуждаемся, а что нам нужно еще для того, чтобы чувствовать себя защищенным по любым вопросам. Мы очень благодарны тем людям, которые могут делиться частичкой своего сердца, добра, любви. Вчера ходили в кино, сегодня приходили к ним пираты, следующие два дня тоже расписаны. День защиты детей в Бендерском детдоме отмечают чуть ли не неделю, как хорошую молдавскую свадьбу. Вова нам за кадром сообщил, что у него вчера был день рождения. У тебя вчера день рождения, сегодня день защиты детей уже. Слушай, как вообще сил хватает столько праздников каждый день отмечать? Нормально, сил хватает. А какое желание загадал вчера и сегодня? Быть хорошим мальчиком и быть отличником. А ты стремишься к этому? Уже да. Отличник? Все пятерки? Да. Четверки есть. Ну, там английский мой нелюбимый. То есть Лондон, the capital, не твое? Нет, молдавский был. О школе сегодня не думаем, и в ближайшие 3 месяца тоже. Воспитанники Бендерского детского дома мысленно пакуют чемоданы. После всех праздников едут в лагерь. Дальше отдыхать. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.